вот же здесь, на солнечном Красном кольце. Здесь тепло, отличный лед, сделал одну сессию. Все, пушка, все, огонь. Не знаю, даже ехать еще одну или можно уже так поехать домой отдыхать. Катал я сессию с Пахой, а Паха ехал на читерном, новом, регламентном контике. Как там, он Ice 03? Вот на этом вот. Темп имеет невероятный, да? Пошел нахуй. Ну-ка, скажи, как я тебе подвеску настроил. Все нормально? Все отлично. Едет? Богоподобно. Здоровья твоим рукам. Спасибо тебе, друг. Ну, рулится охрененно, все, да? Все делаю, все четко. Я даже думаю, можно сегодня не кататься. Я проехал сессию и как бы... И нечего испытывать, все попало. Все классно. Все, и ускоряется прямолинейно, все и в углу, делает, блядь, вообще. Все классно. Просто сел, поехал и вот даже не хочу трогать ее до гонки. Вот. Все, так и... Да, правильно, только течь тосово надо прибрать там маленько. Это не надо. Короче, покатались, все классно, вообще все четко, все работает. У меня тоже к машине вопросов нету. С Жоржем вдвоем погоняли на ней. Парно поездили. Но есть вопросы по резине. Все-таки Хака лучше контика едет. Вот. И мы не можем сейчас темп сравнить, потому что у нас разная резина. Ну и есть подозрение, что реально контик на порядок хуже работает, чем Хака.